Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. السؤال: ما كلمة توحيد وما معناها؟ الجواب: كلمة توحيد هي لا إله إلا الله، ومعناها لا معبود حق إلا الله. Восьмой вопрос. Каковы слова единобожия и каков их смысл? Ответ. Слова единобожия, а это нет божества кроме Аллаха, а их смысл в том, что никто не имеет на поклонение кроме Аллаха.